Ребят, чтобы вам было более понятно, о чем шла речь. Это типа дезинфекция? Вы что, гоните? Смотрите, отпечатки ног. Какая-то нахрен дезинфекция? Тут пиздец, тут наоборот, если ты хочешь заразиться. Смотрите, это нормально? Я в ужасе. А люди что, этого не видят? Ну, англичане, иностранцы, они такие... Им написано, так надо делать, они это делают. Ужас! Меня сейчас разорвет нафиг по этому бассейну. Ребята, райское наслаждение просто. Просто райское наслаждение. Класс. Вода. Лови. Вода. Еще не сильно прогрелась. Такая приятная, не горячая. Ой, как классно. Боже мой, вообще. Всего 3 ребенка. Это, можно сказать, ничего. По сравнению с тем, когда был сезон, то тут дети друг на друге, на голове, поэтому и заходили сюда. Да, ну, смысл вообще бассейн. И когда есть море, шикарное. Да, Робертушка? О, ну, коты, пожалуйста. Гоняют, гасают, где хотят. На лежаках глисты свои разносят. Надо стараться смотреть и видеть только позитивное. Я позитивная. Я не вижу котов. Я не думаю о змеях. Я позитив. Сплошной позитив. Honey, do you like? Со-со, тоже. Ты негативный, Робертушка. Надо быть позитивным. Honey, positive, please. Говорит он, я объективный. Я не понял, что это такое вокруг меня? Кружится. Дети, кстати, тихие. Не напряженные. Нормальные дети. Какая благодать, я вам передать не могу. Люди раздеваются, сейчас будут плавать. А мы? А что мы? Я пойду готовить есть, развешивать одну стирку, закладывать другую, уборкой заниматься опять. Потому что у нас пыль каждый день, я каждый день убираю. Ну, я это в радость делаю. Я люблю. Я домашняя женщина. Очень сильно. Домашняя женщина. Какой-то таз стоит, на нем написано ВОЖ. Ну, вот она сейчас туда окунула ноги, где окунули уже 90 миллионов человек. Ну, грибок обеспечен. Что это такое? Если это имеется в виду дезинфекция, то простите, дезинфицируется не таким образом. Это не таз туда, куда окунают все свои ноги. Там, где коты насрут. Знаете, и он сейчас этот таз засунет ноги. Хай бог милый. О, ребята. Какой пиздец. Это точно иностранцы. Это точно англичане. О чем вы говорите? В грибок. Как он мог? Как они, что они делают вообще? Для кого тут таз? Короче, у меня сейчас истерика начнется. Робертушка! Роберт у меня... Гляньте, непоколебимый человек. Плывет и плывет. Выходим, go out? Окей. Ну что, ребяточки, пошли мы заниматься домашними делами. С любовью, ваша. Вот узнаете, я вам что скажу, ребята. Бідному женитися день малий. Вийшли. Он забив свої очки, кепку. Не взяв мої очки з машини. Боже, ми як збираємося. Це просто... Це треба просто це бачити. Та-та-та-та. Очки мої не взяв. Зато він палки пішов взяв в машині. Ой, любовь моя. Всей моей жизни.
Как долго я тебя ждала? Как долго я тебя ждала? Девин там идет, твой муж. А вы видите, я девочки на украинском и на русском, на каком хотите, могу с вами. Чтобы удовлетворить уже всех. Зато он палки взял. Уже уничтожен. Да, цветочек, уже все. Все, красавчик, в очочках. Юкангемики. Давай. Бери палки, пошли. Бери на шинель, пошли домой. Сейчас барьер будем брать. Мы очень редко ходим в наш бассейн. Можно сказать, никогда. Бонечка! Бонни Хагстрём! Бонни! Где зайчик наш? Зайчик мамин! Приветики! Приветики! Моё солнышко сладкое! Привет! Мы сейчас домой к тебе придем скоро. Привет, мое солнышко. Приехали домой, ребяточки. У меня тут стирка полным ходом. Сейчас у нас подушки стираются. Ну, вы знаете, я их стираю часто. Я уже вынула такое там молочное, поставила в холодильник. Потом разберу уже ту колу, то все остальное. Вот, и мы идем плавать. Мы плавать идем в бассейн. Да, любименький? Любимый уже в трусах. Пошли.